Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Динечка, поздоровайся с своими друзьями. Привет. Сегодня у нас что? Мы сегодня попытаемся покормить зверюшек. Смотри, у нас есть кто? Зайчик? Держи зайчика. Еще у нас есть баби зайчика. Еще у нас есть овечка или барашек. Это овечка. Динь, морковочка. Смотри, кому надо морковочку дать? Зайчику. Зайчик любит морковку, да? Вот, покорми зайчика морковкой. Молодец. Потом смотри дальше. У нас есть травка. Травка. Нет, не зайчик травку ест. У тебя слева, возле левой руки кто лежит? Какой зверек? Зайчик травку не щиплет. Возьми овечечку. Вот, давай овечку покорми. Вот, травкой, да, Дин? Овечка травку любит. Как этого зверя называют? Овечка. Так, еще у нас есть лист салата. Это кто кушает? Выбери из двух зверьков, кто кушает салатик. Баба Мила. Баба Мила? Нет, баба Мила не кушает салатик. Динечка, кто из двух зверьков? Выбери, кушает салатик. Динь, покорми. Кого надо покормить салатиком? Правильно, овечку. Овечка кушает салатик. И еще у нас есть с тобой капуста. Сейчас мы покажем качан. Это что, Денис? Что это такое? Это капустка. Капуста. Вот мы листик оторвали от капусты. Листик оторвали. В принципе, овечка, она всеядна. Она и капустку ест. А заяц любит капусту? Заяц, Денис, кушает капусту? Морковку кушает. А заяц? Морковку заяц кушает, а капусту, День. Посмотри внимательно. Зайчика надо капустой покормить? Конечно, надо. Овечка поела капусточку, а зайчик нет. Покорми его тоже, давай. Вот, друзья, смотрите, у нас получается, что зайчик ест капусту и морковку, а овечка травку щиплет и салатик. Ну, в принципе, овечка всеядна, но с того съест и морковку, и капусту. Вот сегодня мы на свежем воздухе определяли то, что кушает. Овечка и зайчик, что кушает, да, Дин? А с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас, ставьте на пальцы вверх. Мы будем придумывать для вас новые идеи. Но пока что мы прощаемся, до новых встреч. Пока-пока, друзья. Динечка, что надо сказать? Пока, друзья. И мы. А поцеловать? Давай. Пока. Пока.